С небольшого музыкального вступления мы можем увидеть, что проводится небольшая подготовка тела и сердечно-сосудистой системы к последующей работе. После того, как мы пробежали уже 1500 метров легким бегом, для того, чтобы разогреть сердце, приготовить суставы к работе, прочувствовать, как себя чувствует организм, суставы, колени, запястья, позвоночники и так далее. Вот, после чего можно спокойно приступать к нагрузке. На данный момент мы видим, как проводится работа с палицами. Вот, удары наносятся разносторонние, обычно они наносятся на более высокой скорости. Вот, сегодня мы делаем это немножко медленнее. Когда работаешь на высокой скорости, больше включаются режимы реакции, рефлексы. Когда работаешь более медленно, то, соответственно, заставляешь своего оппонента чувствовать немножечко интуитивно, какое будет следующее движение. Ну и работают, соответственно, разные системы. Чуть-чуть по-другому работает нервная система, сознание по-другому работает, и все работает по-другому. То есть, как бы, такой тайминг немножко меняется, и человек успевает среагировать таким образом, что, как бы, более обтекаемо уходит от атаки. Вот, если же, конечно, задать более быстрые движения, то человек немножечко становится, как бы, замкнутым, да, и зависит очень сильно от нападающего, и тяжело такие моменты включить немножко фантазию, может быть, поработать на движение, может постараться взаимодействовать с противником чуть-чуть в другой манере. То есть имеется в виду не только как бы прием, да, палец в голову, там, по телу, а также ставится задача затруднить работу атакующего. Вот в данный момент вы видите, как я палецами работаю, а Самойль отвечает, мой друг. И я потом, как бы, через некоторое время я ему сказал, что, то есть, ты не должен только реагировать на то, что я, как бы, делаю, а также нужно еще создавать для меня такие трудности атаковать тебя, да, то есть вроде бы как показываешь, что идешь головой в одну сторону, а смещаешься в другую, или, например, сделал смещение вправо, я ожидаю, что он после этого сместится влево, а он делает еще два смещения вправо и так далее. То есть задача не только реагировать, не только, соответственно, уклоняться, но и должна быть еще какая-то интеллектуальная насыщаемость, интеллектуальная нагрузка, которая откроет для спортсмена, и не только для спортсмена, но и для человека, какие-то дополнительные такие вот потенциалы, какие-то дополнительные возможности своего сознания. И движение может наполниться более глубоким смыслом. Человек может подумать, что я вот должен только реагировать, или тот, кто смотрит, думает, а вот там банальное упражнение, они там реагируют. Но на самом деле в банальных вещах могут быть сокрыты такие вещи, которые они гораздо глубже воздействуют на реакцию, на сознание, на то, как человек относится к упражнению. Осознанность, когда возрастает, соответственно, возрастает существенное качество, потому что если, допустим, кто-то работает только реагируя, а кто-то, конечно, работает реагируя, плюс ко всему наполняет это еще дополнительной информацией, смыслом, то, конечно, человек, который больше бит информации получает вот в этом упражнении, там, в секунду, грубо говоря, тот, конечно, будет более совершенный, более быстрый, и всегда будет присутствовать такой креационный момент, то есть момент творения в каждом движении. То есть ты не просто механически реагируешь, а также взаимодействуешь с нервной системой оппонента, как бы вводя ее в некоторое заблуждение. Он вроде бы меня видит, вроде бы знает, куда вытянуть свою палец, но в то же время я делаю микродвижения и обманываю атакующего меня, таким образом заставляя его нервничать, дисбалансируя и так далее. И это помогает в дальнейшем применить такие качества на человеке, который атакует тебя руками,
задействовать немножечко более эффективно свой организм, свои мышцы. Соответственно, существенно меняется при этом чувство координации, чувство своего равновесия. От этого очень сильно меняется стойка. От этого меняется ощущение контратаки после защиты и так далее. То есть, если бывает тебя атакуют, ты уклоняешься, и инерционно над тобой еще владеют некоторые силы, которые не позволяют тебе резко вернуться обратно, да? То есть, когда тебя атакуют, и нужно резко контратаковать или сразу же накрест, или бывает там после атаки немножечко идет небольшая пауза, и потом ты контратакуешь. Вот. И та, и другая манера поведения в бою оправдана. Я встречался с мнениями, например, Андрей Кочергин. Я говорил, что он говорил, что как бы единственный хороший способ защиты это нападение. Но и там было сказано немножко о ударах в разрез и так далее. Также другая информация была сказана очень полезная. Вот я не случайно привожу этого автора. Те, кто захочет, может с удовольствием почитать его книги, посмотреть его видео. Очень мне нравится его идея. Так вот он как бы познакомил меня с некоторыми из этих мыслей, когда я его слушал, и оттуда мы вот берем эти идеи, пробуем их использовать, как бы добавляя нечто еще из своего опыта. Вот здесь мы конкретно видим, какая работа была проделана. Вот сейчас следующая работа будет проделана уже непосредственно удары руками. Тут будет чувствоваться другая дистанция, больше статики. Задача прочувствовать немножечко опорно-двигательный аппарат, задача прочувствовать положение кулака во время атаки, задача прочувствовать, как ты стоишь, как работают ноги во время атаки, потом выявить и определить некоторые ошибки в движении, ошибки в защите. Во время работы ты очень четко чувствуешь, как работает равновесие твоего тела, и очень хорошо ощущается, где ты, то есть выразил себя в движении, и движение, вся сила движения, она была высвобождена в противника. И бывают моменты, когда ты, например, почувствовал какой-то дисбаланс в защите, почувствовал, что да, вот сейчас защита была не очень точная, ты моментально чувствуешь, как от этого снижается мотивация контратаки. Поэтому здесь я хочу сказать, что упражнения на защиту, да, на то, как ты принимаешь по себе удары, они очень, очень полезны и очень важны для спортсмена. Конечно, с ними нельзя перебарщивать, но они очень хорошо помогают убрать вот эту мертвую точку между контратакой, мотивацией и приемом по себе ударов. То есть человек лучше чувствует, когда удар набирает свою силу. Лучше чувствует, откуда удар начинается, где удар заканчивается. Также чувствует интуитивно, что может последовать за такой атакой, как ты можешь ответить, куда можешь уклониться, как лучше перекрыться, от какого удара и как перекрываться, потому что бывают настолько сильные удары, что какой бы блок ты ни ставил, конечно, если это не плечо, которое защищает твой подбородок, то, как правило, часть кинетической энергии, она даже через твою перчатку может перейти в голову и тем самым нанести ущерб какому-либо органу. Если это, допустим, пришлось под сердце, через ребра перейти в сердце, если это пришлось по печени, то это, соответственно, энергия выйдет по печени и выйдет боком. Если это удар куда-нибудь в область желудка, кишечника, соответственно, тоже. Вот здесь можно видеть работу ног, разницу работы оппонентов и спортсменов. Из личного опыта также, значит, хотел бы обратить внимание на то, что, конечно же, в контексте одной тренировки короткой можно много попробовать, можно почувствовать свою технику, свое движение, как ложится кулак по цели, как ты защищаешься. Четко чувствуется, где есть дыры в обороне, и тот, кто думает, что он обладает стопроцентной обороной, он очень сильно заблуждается, потому что профессиональные спортсмены ложатся все на настил. Практика показывает, как бы ты ни защищался, одна из лучших, значит, один из лучших типов защиты – это дистанция правильная, когда тебя просто не могут достать. Ну, уж коли ты оказался в близкой дистанции, то будь добр, научись принимать, понимать и видеть, откуда приходят удары, как они приходят. Ну и из такого из частых интервью, из частых таких вот
журналистских вопросов, когда журналисты спрашивают спортсменов, как вот вы пропустили и так далее, и когда сами спортсмены рассказывают, то, говорит, не понимаю, как пропустил, то есть вот свет потух, все, проснулся в раздевалке и думал, что я вообще на свадьбе, на дне рождения, а оказалось, что я был на соревнованиях. То есть это самое такое частое высказывание спортсменов. Могу поделиться, я тоже как-то подобное испытал, когда ударяешься головой во время драки, например, на улице или еще что-то. Может быть, тебя противник ударил, а бывает, что просто сам, предположим, запрыгнул на противника, чтобы сделать ему гильотину, потом оба упали на землю, ты ударяешься затылком там частично в землю и теряешь, грубо говоря, память. Поэтому вот такого рода отработки, они очень-очень на много вопросов отвечают. Иной раз некоторые там хотят больно бить, там сильно бить, и думают, да, вот тут техника не та еще. То есть, ну, на самом деле, уровень и количество информации, которая проходит в момент такой работы через ум, как бы через сознание, он очень высок, поэтому иногда ты входишь в такое, ну, почти что медитативное состояние, просто наносишь удары, от раза к разу стараешься более отчетливо, более четко пробивать. Это могут быть как классические удары, это могут быть и удары с такой немножечко смещенной техникой, более грязной, то есть нету линий четких, горизонтальных и перпендикулярных. Ты используешь линии по 45 градусов, перпендикуляру и так далее. И вот ты как бы все это учишь, понимаешь, анализируешь, поэтому имеет значение проводить разного рода тренировки для того, чтобы изучать больше и понимать. Ну вот сейчас мы переходим к встроенному джебу. Это движение такое очень, казалось бы, легкое, да, такое энергетически, ты не тратишь много сил, вроде бы, и нельзя сказать, что джеб, он может иметь такую сокрушительную силу, мало спортсменов имеют сокрушительную силу, и многие пренебрегают им, ну, не развивают, там делают ровно один джеб, и потом уже следующая серия. Вот, но джеб такая вещь, которая может серьезно демотивировать противника, это как такая муха или комар в жаркий день, который пристает и не дает тебе покоя. Ты вроде бы хочешь вот вести машину там, или там, не знаю, где ты сидишь в ресторане, и вот эта муха, она очень сильно сбивает внимание. Вот у джеба примерно та же самая задача. Отвлечь, может быть, заставить противника клюнуть в уклон куда-то, или заставить противника прикрыть глаза. Там, или вот есть такой термин, когда почтальон Печкин такой постучался чуть-чуть в голову, потом за вот этими двумя-тремя ударами может прийти второй удар куда-нибудь в дыхательную систему, в солнышко и так далее. Поэтому джеб, он, конечно, ставит перед стабилизаторами мышечными очень большой вопрос, да, и перед сердечно-сосудистой системой. Вот мой оппонент после 3-5 минут задышал и чувствовал, что его дыхание было сбито. Поэтому джеб стоит делать как кардионагрузку, так же, как нагрузку, которая очень хорошо связывает руку с кончиками ног, грубо говоря, с носками. Ты лучше учишься выражать вот эту энергию тела в таких более тычковых, коротких движениях, которые способны и помочь, значит, в раскрытии обороны противника. Они также способны обороняться очень хорошо, помочь джебу и так далее. В комплексе это упражнение стоит обязательно делать. Нужно найти в своей программе подготовки место для этого упражнения и обязательно делать джебы разносторонние. Есть груши, подвязанные на резинках от полок к потолку, там, которые возвращаются и так далее. Вот есть вот такая работа с джебами, когда ты можешь проводить разного рода уклоны там влево, вправо от противника, нырять под руку и так далее. И потихонечку начинаешь понимать, как работает твое тело, как работает организм, как ты сможешь протолкнуть свою руку в оборону. Там, может быть, дистанцироваться, разорвать дистанцию или держать дистанцию. У джеба очень много задач. Поэтому имеет внимание тоже уделить, имеет очень-очень большое, скажем так, важность уделить внимание этому движению. И когда начинаешь, особенно первое самое движение, там только-только начинаешь разогреваться, ты начинаешь чувствовать, что позиция плеч имеет важное значение. То есть если стойка очень такая боковая, да, там левое плечо сильно выступает вперед, то ты начинаешь замечать, что даже хорошая работа ног, она не всегда помогает привести вторую руку к удару. То есть, вывод сделан такой, что хорошо, когда оба плеча приблизительно расположены на одной линии,
несмотря на то, что левая нога спереди, правая сзади. То есть таким образом ты всегда будешь готов нанести сдвоенный стройный удар. И с двух рук будешь бить хорошо, что левый боковой, если даже у тебя джеб, левое плечо спереди, что апперкоты, что прямые и так далее. Вот. А если стойка выражена такая односторонняя, как бы это тоже неплохо, нельзя говорить, что это плохо или хорошо, каждый выбирает для себя стойку, потому что в зависимости от тактики, в зависимости от манеры ведения боя, можно использовать преимущественно каждой стойки, то есть выгоды. То есть, за, допустим, односторонней стойкой можно смело очень хорошо спрятать такой правый апперкот, да, то есть я работаю джеб, если я нахожусь в такой боковой стойке, как только противник проходит этот джеб, я снизу могу наносить в бороду такие сокрушительные удары. Был такой чемпион Союза один, боксер, можно его найти в 80-х годах, забыл его фамилию, потом Конор Макгрегор использует такие финты. Поэтому каждая стойка важна, но желательно, конечно, когда оба плеча приведены на горизонталь, и вы как бы способны наносить такое беспрепятственно и легко сдвоенные удары, если вы обладаете техникой. Удары, конечно, быстрее будут достигать цели, и интервал между ударами укорачивается существенно. Отсюда и стойка, и так далее. Мне эта манера стойки очень нравится, хотя я вот чувствую, что мне удобно стоять, конечно, в боковой стойке, когда правое плечо уходит немножко назад. Но все время поправляю себя и стараюсь подводить оба плеча на линию, чтобы можно было работать. Но это не значит, что работать нужно только в такой манере. Поэтому нужно и в боковой стоечке работать немножко, и фронтальной, и так далее. То есть и менять стойки, и работать в движении вперед, и работать в движении назад, и работать в движении вбок, влево, вправо, накрест и так далее. Кстати, вот здесь вот имеет смысл немножечко заострить внимание, потому что очень многие спортсмены, если работают, допустим, на лапах, и движения, допустим, несущественно глубокие во время работы на лапах, то есть, грубо говоря, спортсмены статичны, да, или, допустим, они двигаются, но недостаточно динамично, как правило, это переходит в манеру ведения боя, и потом в ринге очень-очень-очень жалко смотреть на такого спортсмена, который вроде бы наносит удары, а атаки короткие, и он не способен смещаться на длинной дистанции, вот в манере Бадр Хари, Мирка Крокоп и другие чемпионы, которые там начинают атаку в одном начале, там, грубо говоря, в одном конце ринга и заканчивают в другой точке. То есть атаки должны быть там от там, 10-15 сантиметров коротких тычковых ударов, вплоть до спортсмен должен быть способен наносить удары на дистанцию 2, 3, 4 и даже 5 метров. То есть, грубо говоря, там может быть левый, правый удар, удар ногой, потом еще опять удары, расстроенные руками, и потом какой-то лоу-кик там, или какая-то печень там, с колена в печень и так далее. Или там может быть начать там какой-то там удар пяткой с разворота, потом оборона и опять последующая атака. Там, ну, связок существует множество, поэтому очень важно работать движение и научиться чувствовать дистанцию. Потому что дистанция, она играет, не знаю, если не, может быть, не самую важную, но для меня, наверное, все-таки самую важную роль, потому что если ты не чувствуешь дистанцию, то, конечно, всю кинетическую силу своего удара тебе не получится передать в точку, да, в которую ты метишься. Если ты, допустим, хочешь попасть в бороду, то дистанция здесь просто нереально важна, потому что малейшие сантиметры, они крадут моментально сотни килограмм силы вашего удара. Геометрия очень важна и так далее. Поэтому вот такие упражнения, и не только эти, они очень хорошо помогают прочувствовать дистанцию, прочувствовать свое тело, включить в работу нужные мышцы, потому что вот что мой друг, что я, мы хорошо посещаем качалочку и хорошо тренируемся с железом, поэтому железо, оно способно украсть вообще всю мобильность тела. Если вы неправильно тренируетесь или наоборот, если вы тренируетесь и не уделяете внимания движению, то рано или поздно, хочешь не хочешь, вы закрепоститесь. Поэтому нужно тело немножечко двигать, чтобы дать нервной системе некоторую степень свободы и обратно развязать, можно сказать, такое, сделать тело более мобильным. А более мобильное тело, более такое расслабленное, когда вы наносите удары, оно способно передавать больше энергии, чем скованное. Поэтому вот тут такие вещи как бы очень важно обратить внимание. Вот сейчас мы видим, как наносится сдвоенный удар апперкот боковой, тоже в движении, в такой хлесткой манере, на
определенной дистанции, причем с разной такой манерой. Видны и ошибки, и видны, значит, технические неточности, если ты их совершаешь и чувствуешь. Моментально там нанес какой-то удар и почувствовал, что недостаточно был сбалансирован, стойка недостаточно широкая или слишком узкая, или там ноги стоят на линии, а должны были стоять на ширине плеч или чуть-чуть шире плеч. То есть все эти нюансы, они приходят. Чем больше ты наносишь ударов, чем больше тренируешься, тем больше ты начинаешь чувствовать свое тело и понимать, как это функционирует, как защищаться, как двигаться, как разорвать дистанцию, смещаться и так далее. Так, несколько слов можно сказать об обуви. Если вы занимаетесь в обуви, то, ну, допустим, я занимаюсь в кроссовках Adidas, которые, они, ну, беговые, такие даже, можно сказать, беговые, прогулочные. Вот. Они, конечно, все как бы сделаны для спорта, спортивная обувь Adidas. Но во время работы чувствуется, если шнурки недостаточно хорошо стянуты, а материя, ткань, кроссовка мягкая, то очень серьезно гуляет стопа. Ты там хочешь нанести удар, а за счет того, что стопа гуляет, ты прям чувствуешь, как, грубо говоря, тело сначала справляется вот с этим расстоянием стопы, и потом только энергия начинает передаваться в ногу, вверх в тело. То есть, грубо говоря, то есть чем жестче сцепка с землей, чем жестче ваша обувь, тем лучше. То есть это не должны быть, конечно, кирзовые сапоги, но вот если вы, допустим, тренируетесь в боксерках или в каких-то хорошо плотно зашнурованных кедах с резиновой подошвой, это отразится очень серьезно и на вашей технике, и на движении, и на привычках двигаться, потому что иной раз спортсмен может не осознавать, что ему мешает кроссовок двигаться, он просто не замечает этого. Но такой дискомфорт, он, конечно, биомеханически передается на опорно-двигательный аппарат, и он может, допустим, грубо говоря, там, если там, сделать 10-15 тренировок, то он может просто стараться не делать интуитивно вот какое-то движение, которое ему доставляет дискомфорт. А может быть, именно это движение и было важно для того, чтобы вот по этому пути пойти и стать более совершенным. И вот обувь не позволила, а человек даже этого не заметил, потому что ему вот было неудобно, допустим, там в такой позиции, в такой стойке, вот конкретно во время такого движения. И он, интуитивно не замечая, уходит от этого. И, соответственно, не развивает нужное качество. Поэтому, значит, я бы обратил внимание на очень высокий уровень такой сознания, сознательности. То есть нужно анализировать, смотреть не только то, что ты чувствуешь конкретно вот в данный момент, а также вот снимать на видео и потом смотреть, как ты двигаешься, как двигаются твои ступни, как двигается твое тело, смотреть, анализировать, почему вот именно так ты двинулся. И откуда этот пошел, допустим, там дисбаланс или наоборот более удачное движение. Вот все это подвергаешь анализу. Смотришь, где ручка там, куда пришла, вернулась ли она к подбородку. В каких случаях ты не возвращаешь руку к подбородку. На какой дистанции это происходит. И потихонечку путем анализа ты можешь вычислить все свои слабые стороны. Конечно, всех ты не увидишь никогда, потому что все зависит от ситуации, от противника, который тебе противостоит, от скоростей, от силы, от желания. Вот есть разные факторы, есть там, как говорят, там силу побеждает техника, ну а технику побеждает воля и дух. Вот, и даже когда ты используешь такую манеру мышления, да, там, ты силен, да, я тебя смогу победить техникой, ну а ты техничен, ну я тебя духом смогу победить. Даже вот такие три правила не действуют, потому что, там, допустим, человек, привыкший драться в зале, где его там рефери, там, где секундомер, где удобно, там, где кондишн и так далее, он иногда на улице может даже не ожидать, что листик, он может быть очень скользкий, обычный листик, или там вот у нас под ногами сейчас видна такая небольшая, как сырость на асфальте, и ты когда вот подворачиваешь, там ногу бьешь, она скользит на этом асфальте, и, соответственно, ты теряешь равновесие. Поэтому тренировки иногда в таких нестандартных ситуациях, там вот как мы видели у Ломаченко на пляже, может быть, на сыром полу после дождя, там, на сыром асфальте, там, или на гравии, там, и так далее. Все эти вещи очень важны, потому что ты можешь лучше понять, как работает твой опорно-двигательный аппарат, стопор. Вот сейчас мы видим переход к строевому удару. Идет апперкот снизу, боковой и опять апперкот. Очень хорошая связка, невероятно эффективная для тех, кто не пробовал, очень советую. Ну, значит, что можно сказать? Сам по себе уже просто одно движение, просто один, там, допустим, боковой
справа или прямой правый справа. Только один удар, это уже очень сложно технически. А когда ты ставишь перед телом задачу сделать стройный удар, да, это, конечно, и особые риски, и очень тяжело технически, потому что три удара – это время, плюс три удара – это ты на мгновение откуда-то раскрываешься. Обязательно во время атаки человек всегда раскрывается, и его можно контратаковать. Поэтому это очень-очень-очень важно. Стройный удар, он и приносит свои плюсы, но может и послужить причиной вашего поражения. Поэтому стоит обратить внимание на то, как вы их бьете, как защищаетесь. Вот стройный удар – это такая хорошая тактика, которая позволит пробраться к нужной точке. Там, если это борода, висок противника, челюсть, нос, глаз, сердце, печень и так далее. Вот, нужно обратить внимание на то, как вы двигаетесь, как вы сближаетесь, четко понимать, какие у вас биомеханические параметры, потому что длиннорукий человек, заходящий с тройкой, допустим, слишком близкую дистанцию, он, грубо говоря, мешает в освобождении своей силы. Конечно, если он не обладает взрывным коротким ударом там, на сверхкороткой дистанции, существуют и такие спортсмены, плюс ко всему там тактика, момент, противник не увидел. Вот, часто слышал от боксеров, там многие говорят, что вообще мозг, я сам читал, он так устроен, если он не видит, откуда поступил удар, он предпочитает отключить все системы сознания для того, чтобы перестраховаться, чтобы не сгорела электроника, можно так сказать. А удар мог быть слабым. А иногда ты видишь, просто мощнейший удар идет тебе в голову, просто колоссальный, а на самом деле такой легкий шум в ушах и больше ничего. Поэтому вот стройный удар – это такая… Нужно быть внимательным. Это хорошая техника, хорошая манера, хорошая связка, но нужно всегда подходить очень-очень тоже, как я говорил, осознанно и нарабатывать все это очень аккуратно, смотреть, как наносишь удары, куда возвращается рука, куда твой удар пришелся, как ты вывел руку после атаки, она ушла вниз или она по линии к максимально короткой к бороде пришла и так далее. Вот также ты видишь, как повернут твой кулак, как ты дышишь в этот момент, как ты видишь, как защищается противник, ты примерно видишь, какие рефлексы у человека, как он закрывает голову, какие части тела открываются открытыми, остаются открытыми, и ты потихонечку понимаешь, вот, как это все работает. Потом касательно значит, одежды. Вот мы поговорили касательно кроссовок, вот, касательно боксерских перчаток можно еще поговорить, мы уже в первом видео об этом говорили. Вот я скажу сейчас, что перчатки должны быть всегда хорошие, если вы, допустим, работаете, если даже не сильно бьете, то вот у меня, допустим, перчатки 14 унц, они мягенькие, хорошие. Конечно, если удар сильно пройдет голову, то эта мягкость вся исчезает, но вот когда перчаточки мягкостью 14 величиной, и когда они большие, мягкие, это вообще хорошо для отработки, особенно во время спарринга, чтобы не травмировать противника, потому что все-таки здоровье, оно исчерпывается от каждого тычка и удара. Несмотря на то, что все хотят приобрести здоровье, занимаясь в парке, иногда, конечно, мы его и можем потерять. Вот, допустим, в этой тренировке я пропустил очень хороший прямой в нос. Я этот момент вырезал, потому что там немножко пришлось остановиться. Удар был довольно-таки мощный. Поэтому нужно всегда следить за тем, как вы тренируетесь, то есть не стараться не злиться на противника, иной раз пропустив удар, потому что бывают люди, которые теряют самообладание во время тренировки. Как правило, таких людей не очень уважают, и они не задерживаются в коллективах, потому что человек не способен совладать со своими эмоциями, он, как правило, не пользуется ни уважением в спортивных коллективах, ни как бы никто не хочет с ним спарринговаться, потому что такие люди, они, ну, сами себя как бы отстраняют от общественной работы. Поэтому, работая с противником, иной раз пропустив удар, нужно, конечно же, понять, почему он произошел, причину обязательно определить, потому что мало ли вдруг вы работаете с человеком, который просто, ну, наплевать на вас, он вас просто расходует, да, и бьет, и ему все равно, что вы испытываете при этом, а вы, например, человека бережете, да, поэтому нужно обратить внимание, проанализировать, если противник наглеет, можно, конечно же, ему ответить разочек в его же манере, чтобы человек понял, что
он тоже живой, из крови и плоти, и тоже может понести ущерб. Поэтому я настаиваю на том, что отрабатывая приемы на противнике, на человеке, который предоставляет вам свое тело для своей работы, для работы, для изучения техники, нужно с высоким уважением относиться к человеку, к противнику, к другу и ценить, конечно, то, что человек предоставляет вам свой организм для работы и помогает вам эволюционировать. И вот в такой совместной работе, прислушиваясь друг к другу, анализируя свои поступки, действия, технику, движения, можно очень серьезно эволюционировать. И не всегда только для того, чтобы, как я уже всегда говорил и говорю, и буду повторять, не всегда для того, чтобы выступать, а просто анализировать себя, проверять свой характер, проверять свою волю, проверять свои сильные и слабые стороны. Это очень-очень полезно. Даже если вам 40, 50, 30, там, 60, 70 лет, такая работа, она всегда оправдана. Вот мы видим, на Востоке есть эта культура очень развита, и люди в пожилом возрасте продолжают использовать техники и боевые единоборства, там иногда накручивая ката, иногда там всякие тайцзицюань, винчунь, там разного рода боевые единоборства, которые призваны помочь человеку продлить его спортивный век. И не только продлить, в целом как бы заниматься своим здоровьем и с успехом прожить долго и здорово. И порой бывает, даже если те, кто не имеет здоровья, начинают заниматься единоборствами, они приобретают некоторые навыки, которые позволяют улучшить самочувствие, улучшить взаимодействие и стать более даже социальным. Некоторые люди иногда сидят дома, скучают, а могли бы спокойно провести это время на площадке. Всем удачи, продолжение следует. Встретимся в следующих тренировках.